поэтому, кстати говоря, по поводу вот этих объектов, которые мы делаем, нельзя просто взять и какие-то текстурки поменять, потому что здесь все текстурки в линейке, они все нарисованы от руки, они все очень сложные. Они качественно нарисованы хорошими художниками, и менять нужно только то, что имеет абсолютно одинаковый цвет. То есть нельзя просто взять и отдельно планки в деревяшке поменять. Нужно менять всю стенку целиком. А если меняешь всю стенку целиком, то внизу, например, вот эта вот здоровая деревянная подложка, она исчезнет. То есть здание потеряет внешний вид. Абсолютно. Будут ровные кубики из красивыми текстурками, конечно, да, но они потеряют внешний вид, исчезнет, их артистичность, их художественность, вот, потеряется смысл. А там, где пол, например, там можно вполне себе использовать такие штуки, и я думаю, мы их будем использовать регулярно. Вот. Таким образом, чтобы можно было, как-то добавить какого-то разнообразия, потому что игрок обычно, когда играет в L2, он смотрит вот так. Приблизительно сверху вниз. Не часто он смотрит на крыши, хотя мы крыши переделывали, переделываем и будем переделывать. Вот, но тем не менее. Значит, небольшое отступление в сторону движка. Когда вы видите движок, и у вас справа там отрисовывается 19-18 FPS, вы учтите, что это движок. Движок, он приблизительно кушает на большом объекте приблизительно на 30-40% больше, если бы это было в игре. Плюс, он отображает все абсолютно, даже то, чего вы не должны видеть. А не должны вы видеть по определенным причинам. Есть определенные настройки в тех же самых движках, которые отрисовывают панель, выставляют панель дальности отрисовки. Вот мы поставили, например, 31 000, хоп, и у вас дальние деревья исчезли. В игре, которую вы так очень-очень любите, вот, у вас дальность отрисовки вот такая. Вот ваша дальность отрисовки в игре. 10 000, не больше, не меньше. Но есть, конечно, некоторые там какие-то нововведения в каких-то объектах, да, в каких-то новых клиентах, где отрисовка работает несколько иначе. Вот, но это уже в более поздних клиентах. В ранних клиентах, когда вы бежите, если вы помните, у вас иногда исчезает земля из-под ног. Не то, что исчезает, а вот вы бежите и забегаете в какой-нибудь регион, а там земля еще не дорисована, и получается пустой квадрат. Вот в этом движке такого быть не может. Ну, вернее, может, но только из-за настроек, если. Как раз это позволяет повысить FPS в любых играх на ваше усмотрение, скажем так, в зависимости от настроек. Вот, вплоть до там безумного количества там, 120-150 FPS. Да, также еще есть разрешение рендеринга. Это тоже безумная вещь, которая отвечает за качество картинки. Если говорить проще, она берет, сжимает оригинальный размер, те же самые там, Ну, здесь не будет видно, будет видно в плее, но плей я пока не буду запускать, потому что он сейчас в достройке. Значит, есть у вас разрешение 1920 на 1080. Ставите 10%, и у вас получается 192 на 108. И вот этот вот экранчик 192 на 108, он растягивает через интерполяцию на весь экран в 1920 на 1080. Но обрабатывает он 192 на 108, поэтому количество FPS в этом режиме повышается кардинально, потому что нет никаких препятствий для заливки, для так называемого филрейта видеокартой вашего экрана там цветами, мешами и прочим. То есть накладывается картинка таким образом: сначала строятся вершины, потом строятся примитивы, то есть треугольники, которые я вам показывал, потом они разукрашиваются в обычный цвет, то есть вот так,
Вот так. А потом производится четвертая часть, шейдерное покрытие. Добавляются глубины, добавляются размытие, добавляется прозрачность, добавляется все. Значит, что еще? На данном этапе вы можете обратить внимание на то, что когда мы ставим дальнюю отрисовку, классических деревьев линейки, они есть, то есть их видно, да, но просто в линейке все деревья были с прозрачными кронами. То есть вот мы открываем дерево, у него прозрачная крона. На самом деле она не такая, ну, она не должна быть прозрачной здесь, она должна быть маскированной. Почему? Потому что прозрачность раньше не загружала так сильно, и API-шка, как бы, и DirectX, и прочее-прочее, не просчитывала свет динамический в прямом его потоке. То есть, если объяснять на пальцах, есть у нас свет, источник света, берем солнышко. Солнышко светит. Вот у него лучик его, этого солнышка. Есть текстурка, которая находится на пути этого света. Раньше, если бы она была транслюцентной, это прозрачная, то она бы ничего не просчитывала. Она бы просто показала эту текстурку прозрачную в том виде, в котором она есть. То есть приблизительно это бы выглядело вот у нас крона. Вот у нас крона. Приблизительно это выглядело бы вот так. Вот видите, транслюцент. Ставим маску. Ставим opacity mask. Тыкаем apply. Вот. Вот так бы она и выглядела. По стандарту. В современных же движках так не будет делаться, потому что наша вот эта поверхность транслюцентная, она имеет плотность, а луч имеет рассеивание и преломление. То есть движок не просто отрисовывает вот эту текстуру, а он пропускает луч, дает ему рассеивание, дает ему, возможно, преломление, если оно есть, а даже если его нет, оно все равно считается. Да, оно считается быстрее, потому что оно нулевое, но оно все равно считается. И это загружает GPU кардинально. GPU у нас идет в плюс, вверх. Прям вот вверх тащит его до безумия. И когда таких объектов очень много, это становится бедой. Сумасшедшей бедой. Отчасти от этой беды спасаются инстансированием. Значит, инстансирование — это очень интересная вещь, но она на самом деле двоякая в какую-то из сторон. Смысл весь в чем? В данной ситуации у нас нарисовано 100-500 объектов. Каждый объект из этих объектов, он разный. Да, они выглядят одинаково, да, у них меши одинаковые, у них материалы, которые на них наложены, одинаковые, все у них одинаковое. Но каждый из них имеет свой собственный материал, он не обобщен. И это у нас.
То есть в этом заключается одна из сложностей работы с, ну, не то чтобы перетаскиванием, а с переделкой старых клиентов. Он имеет огромное количество, то есть вот здесь, вот в данном кадре у нас сосредоточено огромное количество различных материалов. То есть вот это дерево, оно точно такое же, как вот это, но суммарно это уже 6 материалов, 2 меша. Здесь получено, ну, грубо говоря, 4 дерева, 4 меша, и получается 12 материалов. Каждый материал отрисовывается очень хитро. Вообще каждый меш отрисовывается с материалами очень хитро. Вот в том самом конвейере, о котором я говорил, есть строго определенные вещи. То есть он загружается один на функцию. То есть есть GPU. Есть GPU. У него есть определенный порядок выполнения тех или иных функций. То есть, например, допустим, их 5. Ну, конвейер как бы 4 и 5 там какой-нибудь специфический. Вот. И вот, чтобы отрисовать одно вот это дерево, он забивает один целый конвейер. Использует, ну, я не знаю, честно говоря, опять же повторюсь, как бы это вообще на пальцах, да, то есть если так вот рассматривать. И, может быть, это неправильно называю я, но в таком виде. Второе дерево, еще 5 таких штук. Третье дерево, еще 5 таких штук. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть их наполняется там огромное количество. Но, что делает инстанс? Он убирает все деревья одинакового типа. Отрисовывает его один раз. А потом за счет определенной функции расставляет их по миру в определенном порядке, который был задан, например. У инстанса есть одна очень характерная сложная особенность, которую в старых играх не решали. Сейчас это решается именно внутренними мощностями движка. То есть то, как расставляется, например, трава или как расставляются современные деревья. Есть определенная функция, по которой как раз они расставляются по поверхности. Ни больше, ни меньше. Но ровно в ту позицию, в которую нужно поставить их, например, в нашем клиенте, да, их невозможно поставить. Их невозможно поставить, потому что они не подходят под ту или иную формулу. Поэтому инстансирование всех деревьев, вообще всех деревьев, да, в кадре, невозможно сделать, потому что они будут жрать еще больше. Потому что очень-очень-очень-очень-очень сложная формула их распределения, это раз. А два, инстанс идет как цельный объект. А если он идет как цельный объект, то вся физика, связанная с освещением, со всем, она работает. Ну, в частности, вот на том инстансе, который мы рассматриваем, да, то есть специфический инстанс. Вот вся вот эта физика, она работает на все эти деревья сразу вкупе. Это получается огромнейший меш, который нужно как-то затенить, который нужно как-то просчитать, который где-то как-то распределяется и так далее и тому подобное. Вот, поэтому это очень-очень-очень большая проблема. Снова неудавшийся блогер. Значит, согласно тому, что я сказал, в принципе, их можно заинстансировать только очень небольшими группами, то есть по 3-4 деревца в одну. Тогда они меньше глючат, и есть вторая причина, по которой их нужно делать в одной маленькой группке. Связано это с тем, что они прогружаются все вместе, все сразу. В этом и проблема инстансирования. То есть если соединить все деревья в один инстанс, то тогда будет большая проблема их прогрузить всех. В общем и целом мы поняли, что инстанс, это он ускоряет процесс загрузки, но при этом может напрягать видеокарту, если там очень много объектов. Хотя он при огромном количестве объектов играет ключевую роль с точки зрения того, что он меньше раз отрисовывает каждый раз новую фигуру. Вот и все. То есть у вас все получается в одной фигуре. То есть у вас используется один материал на все фигуры. Или на все деревья, там, на все объекты. Далее.
меши персонажей. Современные игры подразумевают под собой анимирование персонажей, не просто анимирование персонажей, а создание персонажей несколько другими методами. И я могу вам сейчас это рассказать или показать. Опять же, на пальцах. Давайте создадим новый. Есть у нас человечек. Есть человечек новый. Вот так вот нарисуем его. Человечек новый. Значит, приблизительно, опять же, на пальцах. У этого человечка есть верхняя часть в линейке, перчатки, голова, нижняя часть, тапки. Голова состоит еще из прической тоже. Вот так. Значит, в современных играх немножко не так. Там тоже есть верхняя часть и так далее, там потом, но все они основываются на одном скелете. Значит, выглядит он как, ну, грубо говоря, какие-то определенные сочлененные палки, которые двигаются в пространстве и относительно которых двигаются части тел вот этих персонажей. Понятное дело, чем больше скелетов, тем сильнее нагружен проц. Чем сложнее скелеты, тем сильнее нагружен проц, опять же. Проблема в следующем. В L2, каждая из частей имеет, во-первых, свой скелет, а во-вторых, каждая из этих частей имеет отдельный, как бы это сказать, именно отдельный, не цельный меш со своими просчетами, со своей физикой, со своим всем. И вспоминаем конвейер. Вот. Получаем очень интересную картину. Современный персонаж. Есть туловище. У него один общий скелет. На него вешаются простейшие без собственного скелета, без собственной жизни меши. Их можно менять, их можно, с ними можно что угодно делать. Вот. Но у них нет скелета, и они зависимы от одного цельного меша, на который они надеваются. Например, на меш тушки, туловища. Таким образом, общая процедура отрисовки вот этого персонажа, без учета графики, без учета текстур и различных шейдерных наворотов, происходит быстрее, чем старая линейная фигурка. И работает она тоже быстрее, чем старая линейная фигурка. И прежде всего это связано с тем, что в старой линейной фигурке, даже если вы привязываете скелет штанов к скелету тушки, у вас все равно получается два скелета. А это, грубо говоря, там 120 костей. А у вас голова, у которой тоже свои кости, руки, у которой тоже свои кости, тапки, у которых тоже свои кости. И они все нарисованы в общем скелете. Поэтому здесь получается огромное количество костей. Большое количество костей, которые грузят ЦПУ. От этого, к сожалению, мы не можем сейчас избавиться. Для того, чтобы избавиться от этого, нам нужно сделать какое-то феноменальное вложение на то, чтобы перерисовать всех персонажей. Абсолютно всех. Очередная дополнительная вставка. Хотел бы обратить внимание на то, что я не говорю
глобальной прогрузки персонажа вместе с материалами или текстурами. С этой точки зрения, сам по себе персонаж игроков в линейке, да, он весит значительно меньше, чем тот же самый персонаж в современных играх или с современными текстурами. Из-за, во-первых, объема текстур. Потому что каждая из тех текстур, о которых я говорил раньше, она имеет свое разрешение. И вы для сравнения можете посмотреть, сколько они весят. И сложность их прогрузки больше теперь зависит именно от самих видеокарточек, как это в принципе было и всегда, но на самом деле сейчас они больше должны их утилизировать. Я говорил только про ту часть, которая загружается именно процессором, то есть на механическом уровне. Понятное дело, что и при том при абсолютно равных условиях, то есть не без учета физики, без учета каких-то внешних воздействий, а именно при равных условиях, при одинаковом количестве костей и так далее и тому подобное. Вот. Потому что, конечно, когда загружается именно графическая составляющая, то есть текстуры или материалы, то это очень сильно напрягает GPU. Если загружаются кости или сам непосредственно меш, то GPU как раз почти не работает, работает в основном CPU. И вот этот баланс всегда нужно соблюдать. Мне часто задают вопрос, а почему вот вы, например, не используете, вот там есть, например, какой-нибудь персонаж, там вот этой темной эльфийки, которая супер-пупер красиво нарисована, вот, но при этом она имеет, во-первых, огромное количество полигонов, там, по-моему, 500 тысяч полигонов. Вот. Не имеет костей. И еще она цельная. То есть монолит. Монолит. Система одевания линейки не позволит использовать монолит в принципе ровно до того момента, пока не будет создана тушка. Современная тушка, то есть цельное тело, у которого не штаны отдельно, верх отдельно, перчатки отдельно, тапки отдельно, голова отдельно, прическа отдельно, челка отдельно. А именно в целом, например, генерируемой какой-нибудь шевелюрой на башке. Вот. Потому что генерируемая шевелюра на башке, она задается в определенной формуле и при этом изменяет определенный меш. Также не надо забывать о том, что нужно нарисовать еще целое множество различных шмоток, которые будут одеваться поверх нашей тушки. Два – это 500 тысяч полигонов. 500 тысяч полигонов – ни одна ММОшная игра не потянет. Есть ограничения, и они, конечно, в основном именно физические, то есть не, как бы это сказать, не какие-то номинальные, да, там, что вот в движке там Unreal Engine сказано, что максимум 5 миллионов полигонов в кадре. Можно отрисовать 5 миллионов полигонов в кадре. Можно их отрисовать в динамике. Но какие видеокарты вам для этого понадобятся? И какие процы? Ну, я боюсь, там, 4 титана, там, сумасшедших каких-нибудь пятых, ну, V, вот, которые будут отрисовывать, там, 100 человек, в каждом по 500 тысяч полигонов. Это просто нереальное количество, потому что общая сцена для оптимальной работы, да, на разных типах, вообще на разных типах машин, чтобы могли поиграться все, нужно соблюдать там от 2 до, грубо говоря, 5 миллионов. А здесь только в персонаже 5 миллионов. Но, конечно, сильно занижать количество полигонов тоже не нужно. Потому что есть ряд вещей, которые помогают избавиться от пролагов или, например, от каких-то статеров или от каких-то неправильных просчетов. Значит, вот эта вся сложность, она убирается. Ну, давайте возьмем так, давайте опять же на пальцах от нубов к нубам.
возьмем простое. Есть самое первое. Это лоды. Второе. Это так называемые овердро. Редьюс. И третье. Это кулинг. Кулинг. Начнем с него. Кулинг — самая простая часть. Ну как самая простая? Она на самом деле отнюдь не самая простая. Понятное дело, что если вы вдруг решите рисовать свой собственный движок, сделать свой собственный рендер, то сделать кулинг — это, ну, проблематично. За что отвечает кулинг? Есть у вас нарисованная сцена, например. Например, вот. И есть у вас стена. Вы когда подходите к стене, смотрите на нее. У вас очень быстро повышается FPS, к примеру. И это связано с тем, что за стеной сейчас ничего нет. Она закрыла собой, она закрыла, вспоминаем шейдерный конвейер, она закрыла собой те вершины, которые находятся за ней. Только шейдерный конвейер делает это на базовом уровне, и он не хитрый, скажем так, он может допускать сильные погрешности, поэтому его, ну вернее как, он наоборот никогда не допускает погрешности, но он все равно их загружает, а кулинг, кулинг их даже выгружает. То есть, чтобы вот вы когда проходите сквозь стену, опа, и у вас появились здания, опа, снова появились здания. То есть то, что вам не попадает в обзор, оно удаляется, убирается. Эта тема на самом деле очень распространена в современных играх, в современных движках. То есть вы видите, да, появляется дом. То есть земля у вас есть, она прогружена, а дом у вас появляется, да и вообще все дома, которые за этим появляются. Также вы пролетаете в следующий дом, оп, и у вас дорисовалось. Оп, и снова дорисовалось. Это называется, если я не ошибаюсь, occlusion cooling. Смысл весь в том, что он рисует ровно то, что у вас находится в кадре. Вы начинаете резкий поворот, у вас справа, ну здесь конечно нет, здесь потому что очень грамотный движок, но на самом деле у вас справа-слева тоже ничего нет в кадре. У вас пустота там, у вас есть только то, что нарисовано у вас перед глазами. Это очень сильно облегчает процесс прогрузки, процесс работы с какими-то емкими, скажем, моделями там или еще с чем-то. Следующая проблема очень интересная. Как ее решать, к сожалению, ну, скажем так, на нашем базовом уровне нам ее особо не решить. Это решают в основном драйверами или API-шками, или, например, DirectX-ами. Это называется overdraw reduce. Значит, overdraw, в чем заключается overdraw? Когда у вас идет очень много незакрытых друг другом треугольников, то есть которые находятся, например, на гранях там или еще где-то, вот, они все равно отрисовываются. Потому что если смотреть правильно, сейчас вот нарисую вам. Если смотреть по-простому, вот, есть у вас треугольник. Треугольник раз. Треугольник, который касается его, 2. Треугольник касается 3. Там 4. И так далее, и тому подобное. Вот эти все треугольники, они отрисовываются. Они все отрисовываются, и они все просчитываются. Современные движки отрисовывают еще немножко треугольников, чтобы не было, как бы это сказать, не создавался такой момент, когда у вас края вашего объекта, которые соприкасаются с другим объектом, при резком изменении положения, потому что просчитывается все все-таки постепенно, согласно конвейеру, то есть 1, 2, 3, 4, вот, они движутся там, вот, есть определенное запоздание. И если вы, например, свой глаз, вот ваш глаз, рисую его сюда, вы резко меняете положение вот сюда, может создаться такой момент, когда у вас между вот этим вот треугольником и вот этими треугольниками, которые накладываются,
будет пространство, и у вас будет разрыв. Разрыв графики, разрыв мозга, разрыв шаблонов, и вы скажете: фу, что это за говно. Но на самом деле говорить фу, что это за говно, не нужно, потому что это техническая проблема, а нифига не разработчиков. Нет, это проблема разработчиков, но те, которые занимаются другими вещами, более глубинными. Вот. Ну, я думаю, это последняя вставка. Я, честно говоря, забыл дорассказать до конца, в связи с чем я вообще это все дело делал. Тут такой момент. Чем больше треугольников наслаивается у вас друг на друга, тем хуже начинает у вас просчитываться API вашего там DirectX, грубо говоря. И это очень сильно отражается, например, на DirectX 11, а в DirectX там, 12 было придумано определенное решение, которое уменьшает количество овердро элементов, которые друг поверх друга вкладываются. Однако сам вот этот механизм в DirectX 12 до сих пор не отработан до конца, и он имеет очень серьезную нагрузку на различные там элементы, то есть связанные с асинхронными вычислениями, и в общем там на самом деле мрак мраком. Поэтому зачастую сейчас игры на DirectX 12 они толком не выглядят лучше, и при этом иногда не идут не лучше. Но некоторые, конечно, с этим справляются. Гораздо более прогрессивная технология с этой точки зрения Vulkan, однако Vulkan имеет очень-очень-очень серьезные, как бы это сказать, проблемы с точки зрения написания на нем какого-либо какой-либо игры, потому что управление самим API нужно писать с самой компанией-производителю игр. Какой-то культуры, так сказать, производства и культуры производства на том же самом, как и культуры производства на том самом Unreal Engine 4, ее нет. Проблема в том, что нынешние API и нынешние движки позволяют сделать что-то сверхсумасшедшее, и они не ограничивают разумными рамками, как, например, это делает Unity. Вот. И поэтому огромное количество компаний, которые используют Unreal Engine 4, они врываются в создание игры, при этом делая ее суперски мощной, суперски красивой, суперски, но она идет ровно там у 50% игроков. Проблема вся еще в том, что когда люди понимают, что они не понимают, где себя ограничить, они начинают клепать что-то типа Fortnite, то есть совсем неприглядное, по сути дела, но при этом играбельное. Ну и, конечно, лод. Лод – это вещь, которая влияет вообще очень-очень и очень кардинально. Есть у нас объект, к примеру. Сейчас. Чтоб нам такое показать-то. А, давайте я вам покажу. Вот так. Где-то тут у меня... Ага. Да, кстати, благодаря ряду подписчиков на Патреоне, которые задонатили денежку, вот, мы начали потихонечку приобретать деревья. Ну и не только приобретать, конечно, искать. И, скажем так, это нам очень сильно помогает. Не только с деревьями, потому что есть ряд вещей, которые нужно оплачивать. Вот, есть у нас деревья. Вот у нас есть деревья. В упор эти деревья будем рассматривать вот здесь. Эти деревья. В упор эти деревья образуют 50 тысяч треугольников. 50 тысяч треугольников — это просто очень-очень-очень-очень много. Если мы откроем wireframe, вы видите, какое количество сумасшедших треугольников у этих деревьев, да? Но мы не боимся этого дела, потому что мы будем использовать лоды. Что такое лод? Обратите внимание сейчас на веточки, маленькие веточки. Есть прогрессивный лод, есть лод статированный. Значит, прогрессивный лод заключается в чем? Мы удаляемся, веточки постепенно растворяются, уменьшаются, исчезают. Обратите внимание, вот. Вот. Это прогрессивный лод. Он кушает
определенные мощности видюхи, ну и так далее и тому подобное. Конечно, это не спасает. Есть статированный лот, который спасает от очень многих вещей. И заключается он в том, что чем дальше вы отходите, тем меньше объектов внутри этого объекта отображается. Вот лот 1. 22 400 треугольников. То есть на этой дистанции у вас будет меньше треугольников. Еще дальше 4211 треугольников. И по сути дела, внутри игры вы особой разницы не заметите. То есть разницы вот этой вот между вот этим и вот этим вы не видите. Но количество треугольников абсолютно разное. То есть оно во сколько? В 6 раз. Ну почти. В 5 раз меньше. В 5 раз меньше, чем то, что вы видите. Да, но при этом на таком расстоянии вы не увидите разницы. И когда вы будете подходить, оно будет хоп, качественнее. И когда вы будете в упор, оно будет вообще качественнее. Это есть лот. Последний лот превращает вот это дерево фактически плоскую картинку. Ну, она не плоская, она и несколько билбордов. Билборд — это как бы 3D-шная картинка, которая с определенного ракурса изображена на плоскости. Но на больших расстояниях вы этому не придадите никакого значения, потому что этого не будет видно. Ну, понятное дело, что если всматриваться, да, естественно, так и есть. Потому что в том же самом, например, БДО, там до 7 лодов на один объект, и включаются они с очень близких расстояний. Именно поэтому получается, что в БДО вы можете увидеть очень качественную картинку с большим количеством там травы, деревьев там и прочего-прочего. Вот, потому что народ заморочился. Профессионалов много, все понарисовали. Вот. Но это влечет за собой огромные потери с точки зрения восприятия мира. Потому что когда ты бежишь по миру, а у тебя буквально в 5 метрах от тебя появляется коробка или какой-нибудь там, или вообще повозка, да, то есть меня вот это вот вообще добило. Бежишь по миру, стоит статичная повозка, и она в 5 метрах от тебя только появляется. И ты думаешь, боже мой, как такое вообще возможно? Почему они это сделали? А на самом деле все очень просто. Количество треугольников внутри кадра. Количество треугольников внутри кадра, чтобы не засорять конвейер, чтобы не убивать, не убивать нагрузкой видюху, чтобы игра была реально играбельной. Потому что сделать, например, максимальное качество на всех объектах, ну, это невозможно даже для линейки. Да, пускай линеечные объекты, они достаточно простые, но при этом их много, их реально много, они не ПБР-рендеринговые, они имеют каждый свою уникальнейшую текстуру, а каждая текстура кушает свое определенное место, каждая текстура подгружается, каждая текстура имеет свои координаты, ну, скажем так, развертку, да, UV-развертку поверх примитивов, поверх треугольников. И это все нужно считать, это все нужно каким-то образом обрабатывать. Когда ты это обработал, тогда у тебя получается картинка. Вот. Прогрузить весь мир в линейке нереально. Реально, конечно, но это очень тяжелая, трудоемкая работа для проца и для видюхи. И, конечно же, для оперативной памяти и для видеопамяти, потому что видеопамять, она будет сожрана просто на ура. Вот. Поэтому здесь вот с этим, конечно, очень-очень-очень тонкий такой момент заключается. Нужно соблюсти то количество треугольников, нужно соблюсти плавность перехода, плавность отрисовки кадра, нужно соблюсти факторинг, нужно соблюсти, как говорил диджей Уцачицу, нужно соблюсти мастеринг, стеренковать его. И это на самом деле очень и очень сложно. Занимаются очень серьезные люди, поэтому мы решили пойти несколько другим путем. Мы будем в некотором режиме это дело упрощать, а потом мы будем, наоборот, улучшать. То есть, когда нам понадобится, мы будем улучшать. Собственно,
из чего и исходит создание изначально проекта именно как L2 обычного, каноничного, а не какую-то новоделку, которая будет выглядеть как трижды БДО, вот. Потому что это не имеет смысла, когда нет рабочей версии, в которой можно все откатать, можно все проверить, можно все наполнить и так далее и тому подобное. И в том числе с точки зрения рендеринга, ну, ничего не сделаешь ты с этим. Нужно сначала сделать линейку, а потом уже сделать все остальное. Да, это займет некоторое время, но, во-первых, мы не студия разработчиков, у которой там 2000 или 3000 работников, как сейчас у NCSoft. И, собственно, менять что-то совсем кардинально, перерисовывать, но мы не настолько дизайнеры, не настолько геймдеверы, чтобы решать за профессионалов, которые в свое время создали хит, как это должно быть. Возможно, со временем мы этот вопрос решим, переделаем, и, может быть, каким-то образом там на каком-то этапе, может быть, расшарим или сделаем, и сделаем, конечно же, обязательно modding tool, который позволит внедрять, добавлять, изменять всякие, ну, скажем так, моменты для тех же самых держателей серверов. Вот, чтобы люди могли под себя переделать все на том сервере, на котором они хотят запустить наш клиент. Да, линейка останется линейкой, но если человек захочет себе воткнуть на стену куда-нибудь, вот там, в, ну да, даже здесь, в Глудине, на стену куда-нибудь воткнуть баннер с ютубчиком, который ты можешь посмотреть, вот, да вперед. Там с рекламой, например, какого-нибудь клана. Будет висеть баннер там на стенке, и на нем будет отображаться реклама клана, которая там набирает к себе там игроков. Вполне себе решение, на самом деле. Вот. Вплоть до создания своего собственного браузера и привязки его к игровому процессу. То есть человек заходит в игру, тыкает там B, типа браузер, и все. Можно на этом порешить все проблемы основные. Вот. Вот это вот есть наша задумка с точки зрения. И да, это, конечно, не финальная часть, не финальная серия. Я думаю, что она получилась достаточно длительной. Скорее всего, скучной. Я не знаю, будет ли ее кто-то смотреть до конца. Тем не менее, огромное спасибо людям, которые помогают, опять же скажу, на Патреоне. Вот, например, шел товарищ под ником, господи боже мой, я что-то прям вообще прям потерялся, столько записывать. В общем, пришел и подкинул еще немножечко. Сейчас его обязательно назову. Обязательно назову. О, Дмитро, да. Спасибо тебе, Дмитро. Судя по имени, вот, человек из Украины. Так что дуже дякуємо за данную помощь. Вот. Мы делаем, собственно говоря, то, что там было написано в поддержке. Мы обязательно сделаем. Тебя, скажем так, приставим к лику святых. А на данном этапе что хочу сказать по рендерингу на данном этапе, наверное, пока все. Вот, если какие-то мысли у меня еще дополнительные появятся, я обязательно о них расскажу, обязательно что-нибудь дополнительное сделаем. Вот, и следующее видео, я думаю, будет посвящено, сейчас мы подумаем, чему оно будет посвящено, а не знаю, чему оно будет посвящено. Ну давайте посвятим его, например, FX-ам.
да, FX. Потому что GUI, ну, GUI пока не могу описать. Моделинг мы сегодня описали. Как бы с... А, ну, единственное, что по свету не отписались. Но свет на самом деле вещь такая. В отличие от классической линейки, у нас свет, он абсолютно динамический. То есть, если вы в линейке меняете там день, ночь там, и так далее и тому подобное, у вас всегда освещение одно и то же, только меняется цветовая гамма. А у нас нет. У нас полностью динамический свет с тенями, со всеми обсветами, со всей, со всеми просчетами, с расчетами через транслюцентность, через прозрачность. С рассеиваниями, с ГДРом так называемым, да, и, в общем-то, этот цвет, он, конечно, очень-очень-очень сильный. Сильный, действительно сильный, потому что можно сделать реально затемненные какие-то объекты. Вот, с грамотными освещениями и прочим. Почему освещение ями? Потому что каждый объект здесь, он настраивается отдельно. В принципе, да, наверное, я посвящу еще одно видео касательно света. Надо будет по свету пообщаться. Почему? Потому что свет — это вещь очень такая в себе. Как и тени. Тени тоже имеют сложность. То, что образует свет. И качество теней, оно... тоже очень-очень много ест, пожалуй, наибольшее количество на самых мощных видеокартах. Конечно, на картах попроще, тени не самая большая проблема, там большая проблема с филрейтом, то есть заполнением вот, треугольниками, заливкой, растеризацией и прочим. Вот. Если какие-то вам непонятны термины там, или, может быть, определения, ребят, ну, не обессудьте, да, я объясняю, как могу. Вот. Все не вставить в видео. Тем не менее, это все можно найти в интернете. То есть, если вам что-то неизвестно, вы смотрите, открываете прям вот ну, там порядок, да, и читаете. Ничего в этом сложного нет. Вот. Так что спасибо вам большое всем. Я очень рад, что вы с нами. Я очень рад новым подписчикам, которые пришли к нам на канал. Да, я вам могу показать сейчас некоторые новые объекты, да, которые добавились. Они, конечно, еще не закончены, но тем не менее. Сейчас, секундочку. Сделаем. Вот такую вот штуку. Да. Да. Это попутненько, то, что я тут понавырезал. Вот. Это у нас... Секундочку. Вот так. Это у нас Elven Ruins под токен Elendom. Вот. Осталось только стенки разукрасить, кое-какие привести в порядок текстуры непосредственно на объектах. Вот. Да и светильники расставить на этих, на факелах, потому что у нас здесь будет не статическое освещение, опять же, а от факелов. Каждый факел будет иметь зону освещения. Я надеюсь, что она будет очень мрачная, эта территория. Очень бы хотелось бы, конечно, здесь какое-нибудь кровище в домике с этими, с демонами добавить. Вот. Ну, в таком виде, в общем. Да, конечно, косяков здесь тоже навалом. Странно. Как бы это не казалось понятным, но действительно косяков конкретно от софт осталось очень много. И что самое страшное, они периодически реально встречаются в той же самой линейке обычной. И, ну, понятно, все люди, все ошибаются, но такая контора, как, извините меня, NCSoft на 3000 работников, она, ну, должна как-то было следить за этим. Ну, в любом случае, мы это все дело подкорректируем, подправим и выдвинемся дальше.
Вот тут, видите, есть проблемы с текстурами, но мы их тоже решим. Все будет сделано, все будет хорошо. Вот, собственно говоря, спасибо вам большое еще раз. Вот. Подписывайтесь. Обязательно задавайте вопросы. Просто я, может быть, могу что-то упустить, могу что-то недорассказать. А вы следите. Следите, конечно. Все. Всем всего доброго. Всем до свидания.